кто станет любимым героем для зрителей, по вашему мнению? Самым любимым станет Ильдус Ахмадчан, мой дед. Почему? Ну, у него такой яркий, хороший образ, во-первых. Во-вторых, есть интересные словечки, которые сохранялись с начала сериала до конца сериала, и которые потом в процессе съемок все повторяли. Все знали наизусть эти слова. Это станет крылатыми выражениями? Да, крылатыми фразами. Как у Ворониных, там, египетская сила, там, у Ильдуса Байдабы были свои слова. Ага. Кто ваш любимый актер? Вообще? Да. В мире? На кого вы ориентируетесь, например? Или не ориентируетесь, просто нравится? Ну, я тогда буду говорить лучше с татарской театральной жизни. Да. Из молодых Искандер Хайруллин, Радик Борей. Два да, таких молодых мощных гиганта, я бы сказал. Ну, Эмиль Талипов. Какие у вас были эмоции в последний день съемок? Непонятно. Потому что, ну как так резко? И что, вот все и закончили? Все. Мы все к этому шли, вот-вот, завтра последняя серия, еще, не знаю, две серии. Вот-вот-вот-вот, сейчас. И в итоге этот день пришел, да вроде ждали, вроде не так. Волновались? Вроде не так хотели. Да, ну, чуть грустненько. Я это не понимал до этого, просто ждал, скоро закончится. Ну, было, да, чуть грустненько.